Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить Final Resistance. И нам нужно понять, короче, мы поставили все датчики на эти сратые антенны. И у нас, в принципе, здесь-то больше ничего нет в кармане. В кармане у нас пусто. Куча оружия только. И эти споры. И аптечка пришельцев, которую мы не можем использовать. Что теперь делать, неизвестно. По заданиям у нас написано, выполняет, продержаться до тех пор, пока не будет подключен инопланетный источник питания. И починить поврежденные датчики. Мы их починили? В смысле? Давайте бегать, короче, смотреть, искать, что и как. Сюда нам не пройти тоже, да, никак. Может, мы что-то пропустили где-то. Обратно нас не пускают, нифига. Закрылись там. И теперь не пускают. Так, а чё? Это типа лифт, короче, с ПВП, а не едет нифига никуда. С этими чуваками без толку воевать. Они без конца лезут и лезут, лезут и лезут. Такие-то... О, смотри, выполнено задание, датчики. Окей. Да ладно. Выполнено. Починить поврежденные датчики. Выполнено. Ого. Надо было просто перейти на другую локацию. Нормуль. А он что-то там пытался сказать, короче, и я выключил. Окей. Что у нас там огневые точки выполняются? Отразить атаку с воздуха и уничтожить кораллы, опутавшие огневые точки. О. О, смотрите, чувак там стоит. Может, он нас там ждет? Скажешь что-нибудь? Э, квадратный башка. Скажешь что-нибудь? Смотрите, у Райли и то голова круглее, чем у нашего сослуживца. Просто такой. Он, походу, вообще не понимает, что он здесь делает. Да. Так, смотри. О, смотри, опутавшие... Так, свалил. Погоди. Чувак, преследует теперь меня. Не надо так. Да отвалили вы быстро. Твою мать, чего вас так много? Откуда вы здесь взялись? А ты что стоишь? Стреляй давай. Окей. Чё-то их реально много. Реально много. Так, а если я забегу вот сюда? Может, чувак правильно делает? Он стоит вот здесь. Смотри, а эти инопланетяне, они типа сюда не заходят, смотри. Да сдохнешь ты, я сколько тебе в башку-то буду стрелять, а? Отлично. О, надо с этой, с базуки стрелять, короче. Чё там хрюкаешь-то, ё-моё? Ты где? Э. Ой, чувак, извини, я не хотел тебя убивать. Снимай свою. Отлично, здоровье. Где там космолет? Он где-то летает, вон. Давай. А, боеприпасы кончились, охренеть. Какого хера ты забрался сюда? Скажи мне на милость. Сдохни. Куда же иди? Где? Где? Он летит. Отлично, отлично. Мы их всех победили. Чувак, можешь открывать шампанское. Если ты там живой. Ты там живой? Да ладно, никого нет, что ли? Все свалили по-тихому. А вот ты где?
Открывай шампанское. А чё за пик? Чё за пик? Так, ну мы продержались, мы уничтожили атаку с воздуха, чё дальше? А, смотри, нет, он стоит. Смотрит в монитор своим квадратным лицом. Так, окей. Что дальше? Огневые точки выполняются, отразить атаку с воздуха и уничтожить кораллы. Да это я сделал. Я это сделал все. Не надо мне тут. Для этого поля. Может, мне надо снова перейти в какую-нибудь локацию другую. Давай сюда. Забежим. Ой, привет, друзья. Смотри, аптечка. Аптечка. Отлично. Аптечка — это хорошо. Так, погоди. Воу-в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 оу. А может, туда надо бежать еще? Сюда? Может, здесь еще отразить атаку надо? С воздуха. Ай, мне по зопе мне попали. Куда они здесь берутся? Ну-ка. Вчера такой резкий. Ты откуда там взялся, дебил? Так, аптечка, отлично. Блин! Слышь? Так, щит у меня. У меня щит, короче, все, кирдык. Откроют мне двери? Где же огневую точку? Слышь, открой дверь, а? Чувак, дверь открой. Я же огневую точку очистил. Так, погоди. Здесь же все в порядке, да? Мы же убили здесь всех. Или надо еще где-то? Может, еще где-то надо? Так, заперто. Вот это ку откроется, нет? Нет. Тоже заперто. А здесь что у нас? Сюда мы забегали, нет? Слышал, да, что-то разбилось, короче. Смотри, а тут дверца еще. А мы сюда забегали? А, тут лестница. Ну-ка. А мы на лестнице были? Ну да, здесь он, чувак. С пулеметом. Здесь мы очищали зону. Здесь все было четко, мы здесь воевали уже. Вот двери у нас. Здесь мы проходили, здесь мы, по-моему, антенну доделали. Это лестница. Ну, слышишь, пикает, да? Антенна, датчик активирована. Не зашибись. А что теперь делать-то? Куда возвращаться, что ли? Окей. Сюда нас не пускают, да? Ладно, допустим. Че, продерживаться, что ли, с этими воевать?
что ты не дохнешь? Ну, умри. В смысле? Ты чё такое? Не понимаю. Мне опять в сраку там зафигачили. Я не понимаю. Ой, 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 сколько вас, сколько вас? Да залезь ты! Окей. Давай-ка мы сохранимся. Прыгуны. Дай-ка я вас сверху сейчас попробую почикать. Мало припасов, да ладно. Я сейчас, короче, все истрачу. О, смотри, какая у меня пушка есть, я ее что-то и не видел. На близкое на расстояние. На близкое расстояние только фигачит, да, походу? Ну куда ты там забрался-то, ну? Человек инопланетянин. Здоровье. А, меня убили, ну. А, убили. Ну, я только это. Короче. Отлично. Теперь стрелки могут открыть огонь. Короче. Они штурмуют лаборатории. Помоги доктору Картер. Спускайся к запечатанной двери. Короче, друзья, я, короче, бегал. Не мог найти ничего. И, короче, получилась такая фигня, то что... Вот эта пушка, она по новой, короче, была запечатана паутиной. Я, короче, ее порезал и... Все, Гришка нам передал сообщение. Пипец просто. Пипец. Полный причем. Так. Ну, короче, нам теперь надо возвращаться, я так понял. Теперь нам откроют дверь. Ладно. Так. А, смотри, этих мутантов больше нет здесь, да? Значит, сдерживают оборону наши чуваки. О, смотри, дверь открыта. Бегите за доктором! Мы ненадолго задержим их! Пожалуйста, бегите! Ну же! А, они прорвались, короче, прорвались в эту... Проклятие! Это безнадёжно! Фига, у нее ноги как у страуса! Нет, не останавливайтесь! Бегите! Видал, я готов умереть! Не останавливайтесь! Мост сейчас сорвется! Ну блин, взяли все сломали, а? Люди строили, они сломали все. Офигеть. Так, а куда бежать-то тут? Райли, я была вынуждена бежать, не дождавшись завершения анализа. Это очень важно. Надо вернуться и забрать данные. Вот пропуск в лаборатории. Я пока попробую подключить источник энергии. Эй, бабы, а? И, блин, опять все забыла. Так, задание, пропуск в лабораторию. Задание, короче, забрать данные, да, я так понял. Выполняется, так, выполнено. Результаты анализа, забрать результаты анализа и переговорное устройство, вернуться к доктору Картер. Продержаться до тех пор, пока не будет подключен инопланетный источник питания. Да слышь, уже все давно подключено или нет? Так, а где у нас лаборатория? Куда мы пришли? Чувак, здесь лаборатория? О! Мы надеемся на вас, сэр. Он с таким просто, знаете, просто без мимики такой. Мы надеемся на вас, сэр. Мы на вас очень большие надежды воскладываем или возложиваем. Так, смотри, сохранка. Давай, сохраняемся. Так, сохраниться. F1. Не перепутать. Это, знаете, как, блин, так же, как дают таблетку, да? Одну таблетку. Ломает напополам. Говорит, вот тебе одна от головы, а другая от жопы. Смотри, не перепутай, да? Так, лифт. Погоди, в лифт еще не пойдем. Давай здесь посмотрим.
кого вы там стреляете, а, дебилы? Стоят там, что-то хреначут, я уже давно всех замочил. Так, погоди, лифт, ой, там сломано все, да? Так, окей, пока туда не пойдем. Тут куча, короче, ходов, непонятно. Давай-ка. О, смотри, здоровье. Здоровится. Но здоровится. И все. А здесь что у нас? Здесь патрончики. А, ракеты. Ракет неплохо. Ракеты пригодятся. Так, смотри, заберется туда, нет? Хер. О, еще ракеты. Ракеты пригодятся. Так, куда нам еще идти? А, здесь у нас где-то лифт. Должен быть. Давай сгоняем. Так, чуваки стоят. Чуваки, чем скажете, не? Хотя бы мне скажите удачи. Будь осторожен. Большие ворота. Там проход, там проход. Охренеть. Где лаборатория-то? А, смотри, мы пришли в этот. Туда, где мост сломан. Так. А ничего нет, да? Больше ничего нет. Ладно, я понял. Я понял, где там еще проход? Где проход-то еще? О. Наверное, обходной путь. Музычка такая прям. А-ля Prodigy, знаете? А, опять говно. Ай-яй-яй-яй-яй, отвалил. Держи. Убил? Замочил, да. Так, ну-ка. Козябры. Козявки. Ну-ка. Завалил. Да блин, камера эта странная. Завалил. А что здесь? А, здесь как? Обход. Штукенции стоят какие-то. Здесь ничего нет, да? И тут лифт в бешенстве. Че ты сел? О, мы попали в лабораторию, отлично. Хера тут дуло такое. Сэр, я смогу пропустить вас в лабораторию, если вы очистите этот район. Ищите стальные двери перегородки. С их помощью можно временно блокировать коридоры. Хорошо. Чё наговорил-то? Я тебя не понял. Какие-то там двери перегородки. Пустая площадка. Здесь должно что-то лежать. А тут, с этой стороны. Почему площадки пустые? Почему вы не положили для меня тут патронов или аптечек? Не дело. Так, отсюда я приехал. Во! Чувак. Слишком долго здесь стоял. Двери перегородки. А, понятно. Закрывать, короче, двери. Всю пыльную работу делает у нас Логин. Так. Не надо тут своими плазматическими оружием стрелять по мне.
никто тебе на это право не давал. Так, смотри, диск с данными, окей. Хера разнесли лабораторию, да, так? Так, куда бы ни навернуться? Вниз. Так, погоди, смотри. Оп. Я с вами. Чего, блин? Что, блин? Кто со мной? Я с вами. Молодец. Покажись. Эй, чувак. О, 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 о. Ты со мной, да? Это ты говорил мне в рацию? Ты глаголил мне в рацию. Смотри, тут шпана стоит. Инопланетная. Мобилку хотят отжать, наверное, у кого-нибудь. Чё ты, чувак, идёшь со мной? Слышь? Ты сказал, ты со мной. Я с вами. Нормально такой пробежал. Я, главное, значит, тут все очистил, он пробежал. Так, давай, секунду. Открывайся, черт побери! Готово! Че ты такой дерзкий-то, да? Чувак, не надо, не надо. Его замочили, что ли? А, нет. Хера, ты смотри, какой гладиатор. Смотри, какая тварь вышла. Ой-о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 й
Ух ты! И бегает он быстро. Он даже по лестнице залазит. Чувак, как мне в тебя прицелиться? Он застрял, отлично. Все, замочили бегемота, отлично. Инопланетный бегемот. А что, из него ничего не вывалилось? Какой-то он бомжатский бегемот инопланетный. Так, где мы? Куда мне? Сюда, да? Чем скажешь? О, смотри, музон тут поменялся. Просто здесь саундтреки вообще. Саундтреки, я молчу. Так, пропуск в лабораторию. Ну, активировал. Отлично. Анализ окончен. Вставьте диск. Передаются данные. Передача завершена. Погнали дальше под веселую музыку. Так, чувак, ты так, ты здесь будешь стоять, да? Значит, мне надо свалить отсюда, да? Я ее закрыл, короче. Ну ладно, пускай, ну там безопасности будет. Так. А, это один из них, короче. Ладно, погнали. Нас ждут. Нас ждет Картер. Доктор Картер. В принципе, да, тишина, мы очистили все. Я что-то заблудился, короче. А, во, сохранка. Давай, надо сохраниться. Надо сохраняться. Надо сохраняться. Туда вышел, нет? Воу. Стой!
держаться, выполняется, забрать результаты. Понятно. Залатать 5 трещин, через которые в вентиляцию проникает ядовитый газ. Ты чё на жопу сел? Воген, лопнула одна из ячеек реактора, и охлаждающая жидкость попала в вентиляцию. А где эта жидкость? Блокируй вентиляторы, иначе мы все задохнемся. Иначе мы все задохнем. Мы подключили твой имплант к центральному компьютеру. Ты сможешь видеть, сколько кислорода у нас осталось. Я Быстрее. Понял. Я понял. А где эти дырки? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Во, вижу. Дырень я вижу. Надо, короче... Я понял. Ящиками. Да охренеть. Сколько? 3 дырки надо залатать. Давай ты только не будешь застревать, а? Ты придумал, блин, вот эти вот двигания всякие. Блин! Твою мать! А мне будет хреново от этого дыма? Нет, мне не будет хреново от этого дыма. Что ты творишь-то? Я с одним ящиком, короче, провожу здесь очень долго. Так, отлично. Один готов. Где еще? Чувак, ну подскажи ты, где вот тут дырки залатать, а? Так. Ну-ка, чувак, скажи, где дырка. В любом наверху. Над ящик наверх. 100%. Я уверен. Я задавил, короче, чувака. По ногам ему. Ему хоть бы что. Да поехали уже. Да куда ты двигаешь-то? Давай. О, вижу дырку. У нас кислорода вообще пипец. На нуля. Отлично. Так, где там еще? Где еще дырень? Скажите мне, какую дырку залатать, я залатаю. Вот здесь, вот здесь. Давай, мы успеем. Ну если ты не будешь тупить, ну дебил. Одноглазый Джо, давай. Так, дырень вон. Да и камера странная, не поворачивается, нифига. Вот вообще замечательно, я нихера не вижу. Да куда ты стреляешь, ну, дебил? Пипец. Давай. Чуть-чуть осталось, да. Сложно. Да куда ты тянешь, дебил? Давай. Еще что ли? Еще дырка. Да ладно. Сколько их? Сколько этих дырок-то, а? Да что ты не толкаешь, ну дебил? Давай. Толкни куда-нибудь этот странный ящик. Да что ты творишь-то, ну? Да, дебил. Дебил. Давай, ну давай. Да что, вот что ты делаешь? Ты нахрена отжимаешься? Нахрена ты отжимаешься, дебил? Ну что ты делаешь-то, странный долбоящер, а? Аллилуйя, блин! Аллилуйя! Говна, кусок. Райли, ты меня печалишь. Чё? Я на него посмотрел, и он, и чувак упал просто. Что они все от моего вида-то шарахаются? Кобзда, мы опять не успели ничего сделать. Давай.
толкать. Ты можешь сильнее толкать? Ты можешь это сильнее все делать, а? Рейли. Да куда ты опять? Я нажимаю вперед, он его тянет назад. Вообще молодец. Да что ты нахрена ты опять отжимаешься, ну дебил, ну! Оо, только оо, с него и слышно. Оо, да что ты нахрена ты стреляешь-то? О, баран, о, баран. Полный жесть, полный жесть, полные штаны жесть. Да не успеем мы ни хера, ну сколько нам, 5 этих штук надо залатать. Не доставай ружье, да не доставай ты ружье, ну. Молодец. Да все, ни хера не успели. Посмотри, посмотри. Здесь еще надо как-то выюживаться, чтобы это запихать. О, да ладно. 4 штуки. Четыре штуки. Я думал 5. Почти все трещины. Воген, возвращайся как можно быстрее. Доктору Картер срочно нужен диск с результатами анализа. Срочно нужно искусственное дыхание. Чувак, не сиди на жопе. Все, может вдохнуть своей квадратной грудью. Так, а куда? Теперь-то куда? Эта бабенция была здесь в прошлый раз. Куда она убежала? Куда ты убежала? Так, а там двери нет. Туда нет. Или туда мне все-таки. Сюда ты меня пустишь? Хер ты меня сюда пустишь. Оттуда мы пришли. А вот сюда, может, на самый верх. Где-то здесь вход. О, смотри, чуваки за работу встали. Молодцы. Я рад за них. Во-во-во, командный пункт. Отлично. Ну вот, наконец-то все готово. Пора начинать. И стоят такие. Пора начинать и стоят. Все не так просто. Чтобы использовать эту штуку, нам нужно перенастроить внешнюю систему питания. Как ты, блин, узнала это? Как ты это узнала? Ты стояла просто за задницу свою, держалась. Воген, я ненавижу просить, но все бойцы заняты внизу. Остался только ты. Вот что ты должен сделать. Отправляйся в зону Ку на подстанцию Альфа. Там найди переключатели и установи частоту 20 кГц. Тогда мы сможем включить силовое поле. Обалдеть. Обалдеть. Снова возвращаться туда, где мы, короче, антенны чинили. Там у нас Ку. Видите, помните, да, было? Ку этот отсек, который закрытый. Значит, туда нам. Так, а где у нас проход? Не здесь. Вон сюда на лестницу. Там, в принципе, сохранка есть, да? Сохранится. Открывай ворота. Четко. Давай сохранимся. Сохранимся. И на этом будем заканчивать, дорогие друзья. Вот. Отправимся в отсек Ку уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И обязательно комментируем. С вами был Валерий.